Партнер проекта – магазин обувь и сумки на трамвайной 14, литера L. Достойный выбор, доступные цены. Покупаем, берем у знакомых, записанную в библиотеку. Ну, это я говорю не о себе, а о внуке, о своем первокласснике. Сама я читала последний раз Иванов. Тобол, много званных, избранных нет, оба тома. Потом фильм смотрели. Книга такая массивная, капитальная, страшноватая даже. А фильм, мне кажется, он ухватил, ну, вот десятую часть, не больше. Домашняя библиотека, библиотека имени Пушкина. Детские книги остались от старшей внучки. И библиотека Кузьминка, потому что живем в этом районе. В последнее время интересно стало читать Бунина. Вот, может быть, с тем, что юбилей у него был. Как-то вот возвращаешься больше к классике. Покупаю в магазине, естественно, в книжном. Я люблю все-таки читать настоящие бумажные книги, больше люблю. И покупаю в основном, ну, стараюсь в Москве покупать, хотя я из Новосибирска, часто бываю в Москве, потому что там все-таки более обширное предложение и, может быть, даже дешевле. В интернете практически не выписываю книги. То есть покупаю вживую. Книги покупаю. Люблю бумажный носитель больше, чем электронный. Иногда пользуюсь библиотекой. Ну, дома есть книги. Брезгин, Дягилев, все о семействе Дягилевых. Идентифицируется сам город. И вообще связано все с Сергеем Павловичем Дягилевым. Мир знает его фамилию. И когда приезжаешь и говоришь, что ты из Перми, все удивляются. Я покупаю новые книги, если попадаю на книжную ярмарку. Например, последняя книга, одна из последних, которую я купила. Так, это книга о Бежаре. Книги это все. Это не все, это очень много для нас. Что это опыт всех тех людей, которые ушли, они все с нами, они никуда не ушли. Вот, конечно, вообще мне вот еще нравится очень мысль, что все человечество делится на тех, кто читал «Братьев Карамазовых», и кто не читал. Может быть, это так. Берем книги, старая библиотека существует. Вот, в книжных магазинах сейчас, и в основном сейчас на детские приобретаем. Мы сейчас читаем детскую литературу, все повторяем, Успенский, Носов, фантазеры и прочее. У меня дома очень хорошая библиотека, недостаточно, у меня очень много книг. Куприн, Чехов, просто мне он нравится как психолог. Что Чехов, что это самое, то есть современно, совершенно современно, то есть одежда отличается, а вот, как говорится, мысли все совпадают и с моими, и, ну, просто вот приятно почитать. Ну, я, как и все, наверное, покупаю в магазинах специализированных. Вот. Также у нас есть замечательный магазин Unique Store в Перми, вот, очень много интересных книг они продают, вот. Но по большей части, наверное, и в интернете. Заглядываю, читаю. Она еще не прочитана, но я ее дочитываю. Книга «Цесаревич и балерина» о Николае II, о его, может быть, так сказать, романе с балериной Кшесинской. Вот. Замечательная книга, мне ее посоветовал мой близкий друг. Вот. И он же ее подарил.